Вот хочу показать калину Бульданыш. Поглядите, какая у нее шапка. Очень огромная шапка такая. С мою ладонь. У меня ладонь приличная. Это калина Бульданыш, другой сорт. Я даже не знаю сорт. Мне давали маленькими-маленькими череночками. Вот прям вот такими череночками давали. И вот я развела ее. Ну, вот такая вот шапка. Огроменная шапка прям. Как у гортензии прям она. Сорт не знаю. У нее листики очень интересные. Вот с таким желтым налетом. Вот у меня получается две калины Бульданыш. Одна калина вот эта, ее весной очень сильно переломала зимой. И вот думала, что вообще не будет цвести. Ну вот первая шапка у нас такая. Вот. Ну здесь я маленько потрепала, и дельфиниумы потрепала, флоксы вон валяются. Дельфиниумы, я уже повторялась, монарда, вон веточки лежат. Ну, пока ничего не буду трогать, ничего так. Может быть, все встанет. Вот. И вот так смотрится. Фу. Так, и еще хочу я вам показать. Показать хочу вам ирис. Ну, этот ирис еще не распустился. Скоро распустится василисник. И вот такой у меня ирис распустился. Бело-голубой такой вот. Вот. Такой красавец. В этом году, конечно, он помельче. Листики аж прозрачные стали от дождя. Вот. Ну, а так ничего особенного здесь и нету. Пока. Вот. Ну и все. Ой. Заедают прям. По едом заедают. Так, ну и все вот так вот осмотрится. Вот. Здесь вот другой, ну, как другой, другой куст, точно такой же. Здесь вот такие петуньки. Ой, все, надо бежать, здесь съедят. Так. И вот здесь вот такой пион. Точно такой же свекольный пион. Вот такие шапочки. Вот. Весь растрепанный, конечно. Если бы он... А здесь что-то у меня веточка гортензии что-то как подвяло маленько. Так, ну и все. Всем желаю крепкого здоровья и хорошей погоды. Всего доброго и до свидания. Пока-пока.